Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Лидия Желомкова, и сегодня у нас в гостях супруги Нетишина. С нами Дарья Нетишина, которая создала проект «Неизвестные герои» и также представляет пресс-службу МОО «Здоровая страна». Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, Лидия! И Андрей Нетишин, который также участвует в работе над проектом «Неизвестные герои» и является руководителем пресс-службы «Здоровой страны». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Лидия. Уважаемые гости, расскажите, пожалуйста, про ваш проект «Неизвестные герои», как вам пришла в голову идея его создать и о чем этот проект? Ну, в силу того, что мы занимаемся пресс-службу, представляем пресс-службу «Здоровая страна» и занимаемся, соответственно, освещением мероприятий всевозможных. И сами мы творческие люди, мы фотографы и видеографы, то мы встречаем очень много всяких разных людей. И нам попадались очень хорошие люди, и мы очень жалели, что о них никому не известно. Это уникальные люди были. И в один прекрасный момент просто родился такой запрос у нас и идея, как рассказывать о таких людях, чтобы о них знали. Вот. И, соответственно, мы стали реализовывать, и появился проект «Неизвестные герои». Я так понимаю, Дарья, вы являетесь его, собственно, вдохновителем, да? И вместе с супругом вы начали его реализовывать. Да. Все правильно. Андрей, расскажите, пожалуйста, кто поддержал ваш проект, как происходило его развитие? Ну, изначально рождение вообще не было таким запланированным. Это все произошло спонтанно. В октябре 2021 года на мероприятии русско-французских инициатив, когда встречались ветераны ВОВ на Пискаревском мемориальном кладбище. То есть Дарья сфотографировала одного из участников, и, в принципе, после этого вот и зародился проект. То есть захотелось рассказывать о людях с какой-то вот активной жизненной позиции, у кого-то, может быть, подвиг, но о живых людях. То есть, которые живут вот в наше время. Почему? Потому что зачастую все проекты рассказывают о людях, которые жили там, допустим, в какое-то время, а мы захотели рассказать о тех, у которых можно хоть что-то спросить, которые, допустим, могут что-то рассказать самостоятельно. Вот. Ну и так вот, как снежный ком по накатанной и пошло. То есть у проекта есть конкретная дата рождения, в общем-то, вы ее назвали. Ну да, да, 29 октября 2021 года. Я знаю, что ваша инициатива была поддержана рядом общественных организаций. Расскажите, пожалуйста, про это. Да, организации «Здоровая страна» и непосредственно Аносовым Владиславом Викторовичем, ее председателем. Также поддержка Российского союза ветеранов, Санкт-Петербургское региональное отделение, вот, председатель Бахматов и его заместитель Баранюк Александр Дмитриевич. Они нам тоже такие здорово известные лица достаточно в Санкт-Петербурге. Я думаю, многие представители Петербурга с ними знакомы. Вы замечательно сказали, что очень здорово, что эти люди с нами, они живы, они свидетели нашего времени, и у них можно чему-то поучиться. А расскажите, пожалуйста, кого вы выделяете в качестве героев, что является критерием включения человека в ваш проект? Ну, сложно, как-то идет от сердца, но обычно это люди с активной жизненной позицией. Они все очень позитивные, доброжелательные, открытые, деятельные. Это разнообразные на самом деле люди, и спортсмены, и учителя, и ветераны, и блокадники, и научные деятели, и герои России.
У нас есть и дети в проекте, то есть это спортсмен, мальчик, который после перелома позвоночника восстановился и стал дальше как бы заниматься, тренироваться и побеждать, то есть занимать как бы призовые места, причем на очень высоких соревнованиях, то есть там и на спортивных соревнованиях Кубка России и даже выше, то есть он все равно вернулся в спорт, то есть это достойно внимания, у таких даже деток стоит поучиться вот этой вот воле, характеру, желанию стремиться делать нашу страну лучше, известнее, как бы, и своим примером, соответственно, как бы заряжать остальных. То есть, в принципе, проект про это, то есть вот рассказывать про людях, которые сейчас и которые как бы привносят в нашу жизнь что-то хорошее, замечательное, чему-то действительно могут научить. А давайте расскажем нашим зрителям, что, собственно, из себя представляет проект. Вот вы нашли такого человека, и далее что с ним происходит? Далее мы с ним разговариваем, спрашиваем у него разрешение, готов ли он участвовать в нашем проекте, берем у него согласие на это. А дальше мы проводим фотосессию и сам фотографируем, по возможности снимаем коротенькое хотя бы видео, чтобы оно тоже было, и делаем черно-белую фотографию, потому что смысл проекта в одной черно-белой фотографии попытаться рассказать о человеке, о его характере и желательно его вот деятельности, то есть кто он, спортсмен, учитель, там, герой, то есть, и чтобы, ну, то есть это фотографии, которые потом будут собраны в книжку, возможно, даже не одну, пока этот проект развивается. Ну и, соответственно, проведение всевозможных фотовыставок. На самом деле, да, проект, он уже перерос в себя, можно так сказать, не только фотография, потому что в последнее время мы берем интервью, то есть у участников, и затрону тему даже, что про одного из участников мы сняли фильм. То есть это где-то минут на 30-35, который уже транслируется в нескольких странах на самом деле. Но это немножко другой уже проект, по сути, получается. Но вот он родился из нашего проекта «Неизвестные герои». Так что потихонечку он все разрастается. Давайте коснемся, пожалуйста, все-таки персоналей. Вы могли бы, пожалуйста, назвать, что это за человек? И давайте расскажем немного о конкретных личностях, которым посвящен ваш проект. И вот тот фильм, который вы сняли, расскажите, где он транслируется, где можно его увидеть, в каких странах. Снимали фильм про очень известного учителя, известного в своей, как бы, в своем родном городе, где она живет сейчас. Это почетный житель Горелого Людмила Васильевна Кисель-Загорская. Она блокадница, ветеран труда, 47 лет у нее, педагогического только стажа. Она учитель географии. И снимали мы фильм про нее в основном «Жизнь опаленной блокадой». Вот про ее это детство, про вот войну, про ее эвакуацию во время блокады, про жизнь в детском доме. Ну и чуть-чуть затронули, конечно, затронута ее жизнь уже после, кем она стала и как было. То есть как бы это жизнь человека, который действительно вот родился практически в войну. Вот ей было 7 лет, когда она началась, она в школу, в первый класс готовилась, а в итоге как бы жизнь ее изменилась, но при этом... Это изумительный человек. Она настолько плещет энергией, позитивом, она настолько рада всем детям, она всегда приходит на какие-то мероприятия и с такой вот щедростью рассказывает о своей жизни, о каких-то вот правильных моментах. Она не очень любит рассказывать, точнее, она совсем этого не рассказывает, о тех ужасах, которые она пережила маленькой девочкой. Несмотря на то, что это было очень давно, ей очень тяжело про это вспоминать, у нее сразу как бы начинает болеть сердце, то есть она это делает крайне редко.
и очень не хочет этим делиться, но всем остальным она делится с удовольствием. Она историк, она, поскольку была учителем географии, то они с детьми очень много везде, где ездили, поэтому она знает историю из Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И вот про все про это она, конечно, рассказывает. Вот родился этот фильм, который в какое-то безумное количество регионов нашей страны был отправлен, получил поддержку всех этих регионов и транслируется в школах, в учебных заведениях, на всевозможных мероприятиях. Мы знаем, что и в музее он, в интернете его можно посмотреть. Он так и называется «Жизнь, опалённая блокадой». По поводу стран, то это Приднестровье, Белоруссия, боюсь ошибиться, где еще. Знаем, что был отправлен еще в Англию. Да. И там обещали показывать в каком-то очень известном университете своим ученикам. Вот. Не знаю, делается это или нет, сейчас как бы связаться тяжело, но знаем, что его туда отправляли, что он там тоже есть. Ничего себе, очень здорово, действительно достойный того, чтобы рассказать об этом человек, и еще и переживший какие-то годы в детдоме, и не утративший какие-то, вот, да, как вы сказали, энергию создать. Очень здорово, что вы рассказываете о ней. Давайте посвятим наших зрителей. У вас есть группа ВКонтакте, расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, да, группа есть, всех приглашаем присоединиться, называется «Неизвестные герои», где, в принципе, и отражаются фотографии участников проекта. Давайте расскажем еще о тех, кто представлен в вашем проекте. Не могу не отметить того, кто поддерживает, в том числе ваш проект, это Баранюк Александр Дмитриевич. Расскажите, пожалуйста, почему вы выделили его? Ну, потому что это тоже человек достойный внимания. Как бы жизненный опыт колоссальный этого человека, который тоже делится своим опытом с детьми, соответственно, как бы его деятельность направлена на патриотическое воспитание детей, молодежи, всевозможные акции, мероприятия, проводимые им. Плюс он сам по себе очень тоже позитивный человек. Я ни разу не видела его каким-то грустным. Он всегда фонтанирует энергией. Как бы, поэтому мы считали, что это достойный человек с кучей наград. Он, плюс ко всему, он спортсмен. Он до сих пор участвует в соревнованиях как ветеран и побеждает, занимает призовые места. Это тоже достойно как бы уважения в таком возрасте. И мало того, что просто занимается, а все-таки он участвует в соревнованиях и побеждает. Это очень здорово. Напомним, что полковнику Баранюку уже больше 70 лет, да, не помню, сколько ему точно, не все еще знакомы. Да-да-да. Ну, я хочу отметить, что сама я узнала об этом проекте раньше, чем я узнала о вас на самом деле, потому что когда, ну, вот у меня тоже, как вот у человека неравнодушного, да, так позволю себе о себе сказать, возникло желание рассказывать о достойных людях, и мне стало интересно, неужели нет у тех, кто также захотел это делать, и я нашла этот проект. То есть это было до того, как я узнала про ваше существование из каких-то общих кругов, от общих знакомых, и я нашла там у Баранюка, и вот, собственно, идея проекта мне очень понравилась. Давайте расскажем, пожалуйста, еще о том, кто заслужил ваше внимание. Вы упомянули про мальчика, который своей стойкостью вот заставил вас вдохновиться. Давайте назовем его фамилию, имя, чтобы, ну, это звучало. Это хорошо. Я, честно, у нас в проекте более 50 человек, и как бы прям вот всех запомнить по именам крайне сложно на самом деле. Поэтому я помню точно, что его зовут Ярослав.
как бы фамилию, вот я не буду сейчас перебирать. Поэтому это Ярослав. Присоединяйтесь к группе «Неизвестный герой», и вы узнаете ответы на эти вопросы. Давайте перечислим, вот кого вы сейчас сможете вспомнить, кто еще заслужил ваше внимание. Я знаю, что там есть те, кто совершал военные подвиги также, то есть те, кто участвовал в боевых действиях. Расскажите, пожалуйста, про таких людей. Ну, в проекте есть живой участник Псковского обоза Баранов Леонид, отчество забыл, честно. Просто колоссальное количество человек, с кем сталкиваемся. Псковский обоз – это Великая Отечественная война. Это уникальная операция во время войны, когда в блокадном Ленинграде нечего было есть. И, соответственно, из ближайших областей собирали все, что можно, на помощь Ленинграду. И вот этот вот мальчик, свои 11 лет, он ходил по деревням, которые находились под фашистами. То есть они боялись очень, он рассказывал вот все это. Но они собирали вещи, еду, кто что давал. Он рассказывал такой уникальный момент, как они пришли в одну избу, лежал старый дедушка. Они там попросили что-то, ну, был не только дед. Дед слез с печки и снял валенки, а это была зима. Он говорит, возьми. Они его спрашивают, а вы-то как будете? Он говорит, я здесь справлюсь, там нужнее. И вот они собрали этот обоз, и партизанский вот он, и через линии фронта они его, соответственно, переправили в Ленинград. И вот это непосредственный участник сбора вот этого обоза, он, конечно, не сам не был, как это сказать, в обозе в самом, но для обоза он собирал. Немцы потом жутко разозлились. Они сожгли практически все деревни, и всех носителей с фамилией Баранов они убили, кого нашли. То есть мальчик спасся, они на болотах спрятались тогда в огромном количестве тоже. И вот как бы есть он в нашем проекте. Также он является заслуженным тренером в лыжном виде спорта. У него написана книга, у него воспитаны олимпийские чемпионы, и, соответственно, как бы вот он есть в нашем проекте. На самом деле, да, это великие люди, не побоюсь этого слова. То есть о каждом можно записывать фильм. Я говорю, что всех так не запомнишь. Вот когда сталкиваешься, вникаешь более детально, подробно, то есть в историю человека и, так скажем, его жизненный путь, то здесь вот уже как-то, ну, погружаешься, то есть полностью погружаешься. Потом переходишь к следующему участнику, то есть, и вот так вот, и все идет, и идет, и идет. То есть очень, очень много людей, про которых хочется рассказать. И так, каждый раз восхищаешься этими людьми, как, и вообще людьми, насколько они многогранны, насколько они сильны, насколько они великодушны. То есть можно вот много-много эпитетов про них говорить. Один из героев наших, про которого тоже снят фильм, это Крюков. Да, Крюков Олег Васильевич. Это герой России. Герой России. То есть история, вот честно, ну, поклон этому человеку, на самом деле, ему обязаны там, ну, десятки, сотни людей жизнью своей. То есть вот события такие в Дагестане были, то есть в 99-м году, по-моему, 4 сентября, выделен даже там монумент, ну, дата на монументе. А когда были взрывы, ну, террористы взрывали бомбы, он обезвредил одну бомбу. Предотвратил теракт в Буйнакске. Буйнакск, да, город Буйнакск. То есть его, руководство его наказало. То есть, потому что он это сделал с нарушением всех. Он, не он должен был обезвреживать, но там... Не было времени ждать. Да, времени ждать не было, и он как бы обезвредил бомбу.
Вот. А жители этого города, администрация, они прямо вот просили его представить к награде, и его представили к награде. И вот сейчас то есть он получил звание Героя России. Да, он Герой России. И он тоже сейчас занимается как бы патриотическим воспитанием молодежи. Он в основном как бы рассказывает ребятам как бы в школах, в колледжах, в университетах там, свою историю, не только свою историю. То есть он преподает. Он вообще как бы потом стал преподавателем. И какое-то время он учил. Сейчас он уже вышел. До сих пор приглашают. Да, его, ну, сейчас он как бы неофициально, как бы вот его приглашают, он рассказывает. А можно ли вы... Да-да. Его можно слушать бесконечно. Он очень интересно рассказывает. Да. Является ли ваш проект проектом, направленным на патриотическое воспитание? Да, конечно. То есть вы позиционируете этих людей именно как примеры для молодежи, и в том числе вы открыты для взаимодействия с молодежной аудиторией? Да, безусловно. Проходили неоднократно выставки у нас и в библиотеках, и где? В школах? В школе, в библиотеке, в домах культуры, по Ленинградской области, по Санкт-Петербургу, во Дворце молодежи, там, ну... Они немножко, правда, не только этого проекта касались, но непосредственно вот этого проекта, персонально именно этого проекта, выставка, она была пока однократно. Ну, мы так планировали, что раз в год, то есть за год собирается новое количество участников, то есть мы фотографируем, раз в год мы как бы делаем выставку. И там вы собрали всех тех, кому вы посвящали свои выпуски, о ком вы делали интервью, репортажи? Да, да. Я знаю, что ваша работа получила высокую оценку на уровне, в том числе, Комитета по молодежной политике и других государственных органов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, как-то хвастаться наградами. Нас много кто поддерживает, потому что видят ценность в этом проекте. Как бы видят перспективу этого проекта, поэтому как бы сейчас большинство за патриотизм, за сохранение истории, а это в том числе и про это наш проект, за сохранение истории, как бы, потому что когда мы берем интервью у людей, которые живы сейчас и которые могут рассказать о прошлом, мы тем самым сохраняем эту историю, передаем ее дальше, то есть как бы она не забудется, не будет искажена и так далее. Поэтому, конечно, нас много кто поддерживает. Спасибо им огромное за это. Ну, плюс, как это, профессионально ориентируем детей, то есть рассказываем о людях, а молодежь уже выбирает. Кто-то захочет стать спортсменом, кто-то там учителем. То есть кому что интересно. Молодые люди выбирают, с кем стать. Кто-то военным, кто-то, может быть, каким-нибудь научным деятелем. У нас совершенно обычные, как бы, вот так вот, если посмотреть, люди. У нас в проекте есть столько, как бы, людей, что я совершенно забываю. Сейчас этот человек преподает географию. Александр Алексеевич Гайдаш. Он создал свой журнал, причем как бы этот журнал практически держится только на нем, на его инициативе для деток, про географию, про геологию, про как бы природу, совершенно вот, ну он детский, вот для деток со всей любовью, как бы, ну это человек, который сейчас еще работает с детьми, ему тоже 70. Но он точно так же вот весь в энергии, весь в позитиве. И вот он всем вот этим вот делится с детками, передает им. Мы тоже не могли пройти мимо этого человека, как бы. У него очень много идей, он много где принимает участие. Есть такой проект «Ломоносовские чтения», вот «Большая Жора», там они очень часто проходят и собираются там много-много с других регионов приезжают людям. Ну, как бы, и, соответственно, представляют и свои проекты. То есть вот
таких людей, как бы, они сами к нам тянутся, а мы тянемся к ним. Поэтому мы про них как бы рассказываем, да. На самом деле вопрос не праздный и не для того, чтобы предоставить вам возможность, да, похвастаться своими заслугами. Хотелось поговорить об этом, потому что средства массовой информации очень долго поддерживали, скажем так, производство развлекательного контента. И то, что ваша инициатива находит поддержку от государственных органов в том числе, это означает, что то, что вы создаете, поддерживается уже на высоком уровне, и в том числе это имеет, ну, возможность быть транслированным, ну, при поддержке государства уже на другом уровне. То есть это говорит о том, что наша страна меняет курс, и нам, как средство массовой информации, голосу Отечества, это тоже не безинтересно, потому что, ну, мы тоже придерживаемся именно патриотических позиций, хотим поддержать созидательные инициативы в нашем обществе. Расскажите, пожалуйста, поддерживает ли вас средства массовой информации? То есть транслируется ли ваш проект на какую-то большую аудиторию при помощи каких-то каналов, ну, может быть, не государственных, но тоже каких-либо значимых? Нет. Спасибо вашему каналу, вы нас поддержали. Теперь про нас узнает больше людей. Вот. А так средства массовой информации нет, не поддерживают пока. Но мы надеемся, что это пока. Ну, будем надеяться, что вас будут узнавать больше. Мы, кстати, можем взять какую-то из ваших материалов какой-то и распространить ее у себя также, например, какую-то информацию о конкретном человеке или фильм, который вы сделали. То есть мы тоже с радостью расскажем о хороших людях, достойных внимания. Скажите, пожалуйста, как человек может присоединиться к вашему проекту? Если, предположим, я встречу какого-то человека, о котором я сама не могу молчать, я смогу рассказать о нем, естественно, голосе Отечества, а смогу ли я обратиться к вам и попросить рассказать о таком человеке? Или если сам человек захочет, ну, предположим, этот человек старшего возраста, захочет рассказать о своей жизни, например, о том, что он пережил в течение Великой Отечественной, то будете ли вы работать с таким человеком? Как вы отбираете ваших героев в этом плане? Ну, мы разговариваем обычно с ними, и если мы понимаем, что как бы наши ценности схожи, а обычно так оно и есть, то, конечно, мы только за. На самом деле, как бы мы всем знакомым сказали, что если у них есть какие-то родственники или знакомые, о которых стоит рассказать, то отправляйте всех к нам. Мы с удовольствием как бы сфотографируем, расскажем, покажем, потому что мы считаем, что про таких людей, конечно, надо знать. Я знаю, что ваша семья, ваша пара семейная имеет некое подспорье для того, чтобы работать над таким проектом, поскольку это проект все-таки творческий, то есть он предполагает умение создавать и визуальную какую-то картинку, контент визуальный, и писать тексты. Расскажите, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности и о своем семейном проекте. Я знаю, он у вас есть. Есть. Ну, это фотокафе, не тишина. Ничего супер уникального, но поскольку я фотограф, я влюблена в свое дело, прям вот сильно влюблена, соответственно, как бы у нас возникла идея сделать фотокафе. Изначально это было как студия, и мы ее сделали, мы ее реализовали перед самой-самой пандемией. Соответственно, испытание именно студия не выдержала, но сам проект остался. То есть мы все так же фотографируем, делаем видео и не теряем надежды все-таки свое время сделать его заново, реализовать, потому что как бы он на самом деле очень уникальный. И мы заметили, что как только мы стали, как бы вот наш маленький круг стал внедрять вот этот вот формат, фотостудия и кафе. То есть это чтобы было два в одном. Фотокафе получилось. Вот. Очень многие фотостудии стали внедрять это у себя. Вот мы прямо заметили, сейчас приходишь, и у них есть зона кафе, в которой можно снимать, пожалуйста, все прекрасно. То есть как бы нас уже клонируют, забирают наши идеи и все прочее. Поэтому о глобальных идеях мы, конечно, не рассказываем, что мы хотим сделать, но он очень уникальный, на самом деле, по сути своей.
то, что в нашей голове роится. Но мы надеемся, что у нас получится, мы найдем либо спонсоров, либо возможность как бы самим реализовать, ну, как бы этот проект. И вот, да, фотографируем, снимаем видео еще и вне рамках нашей определенной деятельности в неизвестных героях и как пресс-служба в здоровой стране. То есть у вас было помещение, в котором вы оборудовали кафе, и любой человек мог арендовать, получается, это помещение, да, для съемки? Да, также сами проводили съемки, то есть поскольку я фотограф, люди приходили к нам фотографироваться за контентом для социальных сетей, для себя, то есть у нас были разнообразные локации, поэтому у нас было несколько стилей кафе в помещении, не просто там в одном стиле все кафе, нет, там было все по зонам, то есть можно было сделать разное все, плюс отдельно еще был небольшой зал. Новый год мы пережили там, хороший Новый год. То есть это была фотостудия, да, одна часть из которой это, ну, вот стандартная фотостудия, а другая это зона, где можно там попить кофе, что-то, да, закусить чем-то, пирожкой. Да-да-да, кофе, чай, печенье, пирожные, тортики. Там как бы все это было. Рядом как раз у нас был магазинчик вот всяких полезных сладостей, чай-кофе, с которым мы сотрудничали. И, соответственно, люди там покупали, у нас садились, у нас это было разрешено. Тогда на тот момент в студиях нельзя было вообще проносить ничего, то есть в зал студийный, ни-ни-ни, никакие там, не дай бог, там ни бокал шампанского, там ни что-то, водичку, то есть вообще ничего. А у нас как раз это можно было, нужно. Мы как бы были первооткрывателями всего этого, когда в студию можно было прийти с чашечкой кофе, спокойно сесть, пить, есть, и мы были фотографироваться. И фотографироваться, да. Я так понимаю, что это было где-то тоже в Красносельском районе, или в какой части Санкт-Петербурга это было? Нет, это был центральный район. Это была улица Кирочная. Ничего себе, прямо рядом со мной. Я так понимаю, к сожалению, кафе уже закрыто, да, то есть... Пандемия не выдержала. Да, в пандемию сохранялись, конечно, далеко не все бизнесы. Желаю вам снова открыться. А скажите, пожалуйста, снимали ли вы там неизвестных героев именно на территории вашего кафе? Нет. Тогда еще даже в проекте не было этого проекта. То есть он возник 2 года спустя. А, да-да-да, вы упоминали о дате, все понятно, соотнесла. И вы продолжаете работать над неизвестными героями, вы находитесь все так же в поиске тех, да, о ком можно рассказать, и продолжаете развивать те сюжеты, которые у вас есть. Да. Хотелось бы спросить вашего мнения касательно вообще работы наших СМИ, то есть у нас такого контента все-таки еще немного, вот как вы считаете, должны ли средства массовой информации двигаться именно в эту сторону и рассказывать все-таки о достойных людях, во-первых, а во-вторых, давать информацию современную, то есть ту, которую человек мог бы применить в том плане, что, например, выразить какое-то свое уважение к этому человеку или принять на вооружение то, что он делится из своего опыта, то, что он дает другим людям. Вот вы скажите, пожалуйста, ваши соображения на этот счет. Ну, безусловно, потому что зачастую, когда средства массовой информации рассказывают о человеке, без человека, так скажем, то есть... по историческим каким-то фактам или сноскам, то идет искажение информации. То есть наш проект непосредственно вот тет-а-тет с героем идет разговор. Но это я сейчас уже забегаю немножко вперед. Вот, допустим, при интервью, да, когда берешь интервью, ты общаешься с человеком, и человек из своих первых уст, он доносит тебе информацию, та, которая была, то есть ту которую он пережил вот, напрямую. А средства массовой информации зачастую, то есть рассказывая, не общаясь с человеком, а вот, то есть только читая, собирая информацию, зачастую искажают, то есть... Это вот почему я так говорю, потому что когда мы брали интервью у Баранова или вот, допустим, у Крюкова,
оба эти человека, они рассказывали о том, что было небольшое искажение информации. То есть, ну, даже в первом случае это не небольшое было вот с Барановым, а с Крюковым было, ну, как бы, тоже вот, допустим, Олег Васильевич, он рассказывал про разминирование и средства массовой информации, потом уже сами там как-то что-то приукрасили, за сколько, мол, ты разминировал бомбу. Он говорит, да я на тот момент и не считал, то есть сколько это там вообще, то есть не думал, не засекал время, за сколько. Ну, соотнося, значит, временные вот эти вот промежутки, удалось выяснить, что ну, минут за 15-20 разминирование произошло. Вот. А средства массовой информации, соответственно, уже красочные заголовки и придумали за 15 минут, за 10, за 5, там, кто во что гораздо был. То есть, ну, факт остается фактом. То есть здесь самое главное не допускать вот этого искажения информации, передавать четко, как говорит носитель, то есть так вот оно и есть. Дарья, что бы вы сказали по этому поводу? Ну, я тоже считаю, что это надо. Ну, и наш проект, в принципе, я так думаю, что помогает как раз рассказывать про таких людей, как бы это самое, делиться ими. Вот большой мы... Да-да-да. Все. Мы в данном случае, как средство массовой информации, тоже направлены на то, чтобы поддержать достойных людей, интересных людей, даже можем чему-то поучиться у вас в этом плане, поскольку вы уже давно реализуете такой проект. Вот какие советы вы могли бы дать тем, кто также идет этим путем? Что вы для себя вынесли? Что главное в такой работе с людьми? Наверное, не быть равнодушными. Такой совет, в принципе, часто дается в журналистике, в работе да, с информацией, с людьми. В общем-то, трудно с вами не согласиться. Скажите, пожалуйста, а можете ли вы выделить еще достойные направления, которые возникают вот в нашем информационном пространстве? Ведет ли кто-то еще такую работу? Известны ли вам такие люди? То есть, есть ли что-то такое же положительное, да, что сопоставимо с той работой, которую вы делаете? Ну, вы имеете в виду какие-то параллельные, похожие проекты? Да, да, да. Ну, на самом деле, да, я встречал, как бы. Дело в том, что просто мы подавали заявку на грант. Ну, я лично подавал заявку на грант. И где-то на протяжении вот года, грубо говоря, да, если брать временной промежуток, я сталкивался с такими людьми, которые действительно, ну, тоже были похожие проекты. Но проекты не то, что вот один в один, а больше, наверное, они брали у меня, потому что по, грубо говоря, моей заявке люди приходили и спрашивали, а что у вас за проект, можно ли его как-то масштабировать. То есть, и вот на самом деле после того, как мы создали «Неизвестных героев», появились такие проекты. Ну, я вот честно утверждать не буду, но, может быть, вы слышали, вот, начали в кителях, то есть вот фотографии появляться. Потом, значит, проект появился в России, по-моему, вот. Карта такая, то есть... И на этой карте люди отмечают точки, то есть и фотографируют своих родственников или кого-то там незнакомого, ну, то есть тоже человека известного в своем регионе, то есть и рассказывают, описывают. Потом появился в Дзене проект «Подвиги героев», то есть о человеке, вот тоже о простых людях, которые там совершили подвиг, спасли там людей или... Ну, там, помогли кому-то. То есть вот об этом тоже очень масса. Вот когда начинаешь заниматься
ну, когда начали заниматься этим проектом, начали сталкиваться именно вот с такими похожими проектами. Вот до этого, ну, я не видел, не встречал, честно. Ну, кроме основного проекта, конечно, про Великую Отечественную войну, где собирают про родственников. Да. Мы как бы, в принципе, еще почему возникла такая идея? Потому что мы гордимся нашими, конечно, предками, и собираем древо, и, соответственно, собираем историю, и в наших семьях тоже есть герои. Как бы, ну, вот, как бы их уже нет. Очень жалею, что когда мы были маленькие, они были, мы ни о чем не спрашивали, нам не приходило даже про это в голову о чем-то спросить. Очень жалеем, потому что мы потеряли прямо вот колоссальную информацию. Поэтому мы решили, что мы, конечно, можем рассказывать про тех героев, которых нет, у нас их очень много, даже просто взять нашу семью. Но мы решили, что мы будем рассказывать про тех, которые сейчас живы, которые нам могут рассказать из своих собственных уст свою собственную историю. Ну, зато теперь те, кто увидит это интервью, те, кто знает ваш проект, те смогут не повторить этих ошибок и спросить у старшего поколения, что все-таки, да, происходило в их жизни. Это наша память, наша история, нашей страны. И таким образом люди смогут собирать эту информацию. Да, мы прям призываем всех. Обязательно спрашивайте, обязательно сохраняйте эту историю. Вы там, просто даже хотя бы историю своей собственной семьи как бы сохраняйте. Вот я столкнулась с тем, что я пытаюсь как бы восстановить. Я как фотограф, мне, конечно, очень хочется, чтобы были фотографии моих предков. И когда я узнаю, что многие мои родственники просто вынесли их на помойку, фотографии моих других родственников, не прямых, но я хотела бы о них знать, просто их выкидывали вот так вот, и мне интересно это вот. Ну, прямо вот. Сердце крови обливается. Или когда находится фотография моей прапрабабушки, у меня, конечно, слезы радости на глазах, когда я узнаю про них хотя бы крупичку, вот просто маленькую крупичку. Это очень ценно. И, соответственно, как бы с этого складывается память, история складывается, и все. Поэтому даже если... Я советую людям, даже если им самим это не очень интересно, хотя бы какую-то маленькую историю, какие-то небольшое количество фотографий оставлять потомкам. Может быть, вам не интересно, а вашим внукам будет интересно знать про ваших родителей или еще про кого-то там, про ваших прабабушек. И им это будет интересно, а взять будет неоткуда. Лучше сохранить хотя бы небольшую, хотя бы маленькую часть вот этой информации будущим поколениям. А так складывается история, да. Совсем недавно нашелся дневник моего деда, блокадный дневник моего деда. Причем мы как бы не знали про него. Это вот я уже занялась, вот я уже копала, я уже как бы к маме: мама, ну давай поищем, мама, давай посмотрим, там же есть фотографии. И вот сохранился дневник блокадный. Читать без слез невозможно. Он не на каждый день, то есть там сколько есть. Но это настолько уникально, настолько ценно, просто не передать. А что в этом дневнике, и я прошу прощения за вопрос, пережил ли ваш дедушка блокаду, то есть, ну, продолжал ли он жить вот после уже, то есть он выжил? Да, мой дедушка выжил. Практически вся семья выжила. Дедушка всю блокаду вместе со своей мамой, вместе со своей женой и двумя маленькими детьми, один из которых практически грудничок, они пережили всю блокаду в Ленинграде, они выжили. И в дневнике описаны некоторые дни, некоторые события, в том числе, как, к сожалению, собственными руками пришлось копать могилу для родителей жены, то есть для родителей моей бабушки. Мою прабабушку, прадедушку и их годовалого внука они хоронили сами. И копали эту могилу. И вот рассказ про это, и как дед вытащил троих людей из-под обломков, живых. Он говорит: слава богу, вытащил живых. Вот это вот удивительное такое, знаете, я даже не знаю, когда вот читаешь...
ничего же нету, холодно, надо чем-то топить. И, конечно, они ходили по разрушенным домам и забирали какие-то вот деревянные части, дрова, чтобы можно было отапливаться. И люди приходили, конечно, в панике от голода, ничего не соображая, там и давка, и никто не думал, что может обвалиться еще. И вот как-то вот в один из таких моментов, когда они ходили за дровами, там произошел обвал, и людям было плевать, что происходит, как бы они дальше продолжали вот тащить то, что им надо было. А дед пошел вытаскивать людей, которые оказались под завалами, и потом написал, говорит, вытащил троих. И написал, слава богу, живых. И вот это вот, это просто слова на бумаге, но когда ты понимаешь, что в них вложено, ну, без слез невозможно читать на самом деле. Вот поэтому, не планируете вы рассказать об этом, потому что вся история Великой Отечественной, она чуть-чуть формализуется, и вот за счет этой вот формализации людям трудно прочувствовать порой, что тогда действительно происходило, а знать это нужно. Планирую. Сегодня, как говорится, сапожник без сапог. Но планируем, да. Ну, то, что вы делаете сейчас, это, конечно же, не менее важно и даже более важно, согласна полностью с вашей идеей о том, что очень важно рассказывать именно о тех, кто живет сейчас. И раз уж вы так как бы глубоко и от сердца это чувствуется, воспринимаете все это, позволю себе задать вам вопрос. А как вы считаете, вот наши люди, может быть, после 90-х годов, после того, как все рушилось, распадались семьи, кто-то терял работу, кто-то терял свое место в жизни, может быть, люди почувствовали себя ненужными и перестали любить себя, перестали ценить себя и своих близких, поэтому они, некоторые из них, вот, выбрасывают фотографии своих предков, своих родных, и, может быть, через ваш проект в том числе люди бы могли восстановить некое чувство, во-первых, своего собственного достоинства, во-вторых, чувство принадлежности к роду, единства со своими корнями, вот то, что было утрачено. Ну, мы надеемся на это. В принципе, для этого тоже вот все это создается, чтобы как-то какой-то внутренней силе к чувствам, чтобы человек как бы жил не только поел, поспал, ну и что-то еще было ценное в его жизни. Да, просто сейчас зачастую люди живут сегодняшним днем. Вот, а так, то есть необходимо, как это раньше говорили, необходимо знать свой род до седьмого колена. То есть вот было такое. То есть, а сейчас у человека спроси, кто бабушка, дедушка. Ну, многие там про бабушку, про дедушку, многие не скажут. То есть, ну, может быть, и не многие, может быть, я ошибаюсь, но зачастую это так. То есть люди не знают историю там, своей семьи, не то что историю там, страны или... Вот. Это очень печально на самом деле, поэтому мы и призываем как бы... фотографируйтесь чаще и записывайте видео истории своих бабушек и дедушек. Вот, и про бабушек, про дедушек. Это очень полезно потом будет для ваших потомков. Вот, на самом Расспрашивайте деле. Родителей. Вот я занялась, например, этим проектом. У меня папа тоже стал как бы копать свою семью сам. Как бы, а кого сейчас уже спросишь? Все, у него уже больше никого нет, и никого не спросить. То есть только то, что сам помнит. Есть как бы сестра, на которой на пару лет старше, но она тоже особо ничего не помнит. И получается, что, например, даже как звали бабушку, их получается бабушку, они не знают. То есть это моя прабабушка. Они как бы не знают. Они знают, что она дожила до 100 лет. А как ее звали, вот уже и не помнят. Поэтому... записывать хотя бы по чуть-чуть. Еще совет, как бы, если есть фотографии, которые вот живые фотографии, обязательно их подписывайте, кто это. Вот фамилия, имя, отчество. Не просто там Маша там еще. Потом гадай, какая это Маша, кто она, кому, кем была. Есть такие фотографии у меня, есть фотографии. Вот я на них смотрю, и я понимаю, что это мои родственники. Но что это за родственники, мы не знаем.
фотографии семейного архива, я, значит, стала разбирать, и по фотографии вот мне папа сказал, говорит, это мой дед. Замечательно. И я на другой фотографии его нашла более молодым. Я говорю, пап, смотри, вот это он. Нет. А он не знал даже. Я говорю, ну посмотри, ну это же одно лицо. То есть вот раскапывая вот так вот. А они не подписаны, соответственно, никто ничего не знает. Могу подтвердить ваши слова. Я столкнулась абсолютно с тем же самым. У меня тоже есть семейный архив. Есть очень-очень старые фотографии. Есть фотографии вот даже начала 20 века, где люди ну, совсем из другой эпохи. И очень трудно установить, кто это был. Вот фотоателье там подписывали, как правило. Поэтому те фотографии, которые вот, ну, из наших, вы, наверное, тоже знаете, петербургских фотоателье, там всегда подписывали, в принципе. А есть фотографии другого формата. Есть фотографии маленькие, с каких-то, я даже не до конца знаю, вот что это как удостоверение на вот, ну, вот какие-то талоны, связанные с чиновничьей деятельностью, маленькие фотографии. И мне даже не установить, кто этот человек, кто это был. Я вот полностью поддерживаю ваши слова, это абсолютно так. Ну, это история, нужно ее сохранять. И не менее важно говорить о тех, кто все-таки продолжает оставаться с нами, то есть чтобы не повторять вот то обесценивание своего прошлого, которое действительно произошло. Вот в точку обесценивания прошлого, то есть вот именно это, мне кажется, и происходит сейчас, вот и по большей части уже произошло, то есть люди вообще не ценят, им все равно, кем были бабушка, дедушка или еще кто-то, ну, были и были, помнят, как зовут, и ладно, а вот как, что, чего. Когда начинаешь копать, иногда вылезают такие моменты, в которые ты понимаешь, насколько тяжело было действительно этим людям, какова на самом деле была их жизнь, как это все происходило. И это тоже вот, ну, очень впечатляет. Поэтому большинство наших людей, вот, кого мы снимаем в проекте, они, конечно, когда мы с ними разговариваем, у нас, ну, это очень надолго, мы друг друга чувствуем, люди откликаются, они настолько эмоционально, настолько с душой, от сердца начинают рассказывать обо всем, о чем только можно, это заслушаться, это надолго, и это живое, это настоящее. Поэтому для нас это тоже очень ценно. Даже если мы просто пришли, сфотографировали, мы все равно как бы быстро никогда не уходим, потому что можно разговаривать бесконечно про все про это. Люди, мы, кстати сказать, у нас в проекте есть человек, который старается сохранить память о ВДВ, например, вот сквер ВДВ у нас есть, который как бы камень заложен, но уже столько лет, как бы его никак не могут сделать. А человек как раз пытается создать этот сквер, чтобы сохранить эту память, чтобы сохранить память, вот тоже бьется. Именно вот сейчас, вот, да, вот так есть, и тоже очень ценно все это. Спасибо всем, кто ему помогает. Я даже знаю, кто этот человек. Это Александр Дмитриевич Баранёк, да, известный многим в Санкт-Петербурге. И с учетом всех происходящих событий, какую роль в них играет ВДВ, я надеюсь, что этот сквер все-таки будет создан, потому что ну, роль наших воинов, она бесценна. Не только он, там есть еще один очень такой активный деятель. Мы про него тоже рассказали. Да. Там есть общественные люди, просто общественные деятели. Ну, обычные люди, которые просто тоже очень-очень-очень помогают во всем этом, поддерживают, и акции проводят, и в инициативной группе, грубо говоря, если утрированно, находятся. Поэтому да. А как вы считаете, те, с кем вы делаете интервью, те, о ком вы рассказываете в своем проекте, это люди действительно ну, выдающиеся, можно сказать, заслуженные, и в том числе люди, связанные с преподаванием. Как вы считаете, получают ли такие люди сейчас, в наши дни, должную оценку своему труду, своим заслугам, или все-таки еще есть над чем работать в нашей стране, есть как больше показать свое уважение к таким людям? Чувствуют ли они себя оцененными по заслугам? Далеко не все, я думаю. То есть есть люди, которые действительно вот их ценят и как бы по достоинству и замечают,
и приглашают, и награждают, и пишут про них книги, делают какие-то репортажи. А есть и совершенно вот обычные люди, которые очень много всего делают, но про которых практически никто ничего не знает. И, соответственно, их как бы и не замечают. Хотелось бы, чтобы больше было таких людей. А как вы считаете, что может наше общество сделать для того, чтобы, ну, показать, что эти люди нужны, что эти люди важны? Что может сделать каждый обычный человек, рядовой гражданин даже? Ну, если в его кругу есть такой человек, то как минимум помнить про него. Вот как минимум помнить и рассказывать своим детям, своим внукам. И таким образом сохранять вот эту память. Ну, можно прийти к нам и попросить нас рассказать. Мы с удовольствием возьмем всех. Мы берем. Не все соглашаются, не все хотят, чтобы про них знали. Поэтому про тех, кто не хочет, чтобы их знали, пусть про них помнят их родственники, рассказывают, и тем самым сохраняют, как бы, и ценят этого человека. А вот смотрите, я знаю, что такую функцию, которую фактически вы на себя взяли сейчас, раньше эта функция была у краеведческих музеев. Я тоже, ну, как человек уже другого поколения, я мало знаю об этом, но мне известно, что в советское время были краеведческие музеи. И в каждом районе была задумка создать какое-то место, музей, где будет рассказано о выдающихся людях этого региона, района и так далее. И в портреты тех, кто чем-то выделился из этой местности, находились в этом краеведческом музее. Там можно было узнать о выдающихся людях поселка или района города, где эти люди проживали. Фактически вы на себя сейчас взяли ту же самую функцию, потому что эти традиции были утрачены, которые появились в советское время. Вы, я так понимаю, эти фотографии из вашего проекта доносите еще и до библиотек. А может быть, можно как каждому гражданину взять на себя функцию, например, взять ваши фотографии и от имени вашего проекта принести их в какую-то районную библиотеку или в краеведческий музей. Давайте подумаем, как вот люди могут наладить какую-то работу по восстановлению памяти в своем районе, вокруг самих себя. Ведь это же все утеряно, и вы фактически, ну как, замещаете собой вот эти краеведческую функцию, даже можно сказать. Кое-где, слава богу, сохранилась эта функция, кое-где все-таки как бы есть краеведческие музеи, и мы не так давно узнали, что, например, про Людмилу Васильевну Кисель-Загорскую есть небольшой музей, да, оказывается, по-моему, в училище, где она отучилась, вернулась, ее забрали сюда, в Ленинград. Вот, и она поступила как бы на педагога, и, соответственно, там, по-моему, есть музей. Мы там, к сожалению, еще как бы не были, не знаю, но вот существует. В поселке, как я знаю, тоже, по-моему, есть как бы небольшой краеведческий музей. Поэтому они, конечно, существуют. Но в тех библиотеках, в которых мы были, там, конечно, таких уголков нет. Было бы неплохо, если бы такое можно было восстановить, да, потому что, ну, действительно, в каждом... Мы были в Тосненской библиотеке, шикарная библиотека, и мы слушали там как раз лекцию про жителей Тосна, вот участников Великой Отечественной, героев и все прочее. У них очень много информации, но просто информации. Мы нигде не увидели вот такого вот маленького уголка, который бы рассказывал про этих людей. А про современников, героев, которые у них сейчас есть, я думаю, что они есть 100%. Там даже как бы вот в планах, насколько я знаю, нет. То есть собирается информация про тех, кого уже нет живых. А те, кто живут, как бы они, ну как-то... Видимо, вот как-то с советских времен, что ли, пошло вот это вот неприлично хвастаться, и люди как-то стараются не выделяться. Наверное, надо как-то все-таки менять чуть-чуть вот этот момент, и людям, которым есть что рассказать, стоит, конечно, рассказывать. Вообще, наверное, я считаю, что местные какие-то СМИ должны рассказывать о таких людях. Ну, как вот было, вот, да, возьмем советское время,
То есть вот Иван Иванович Иванов, он там, значит, сегодня срубил столько-то, значит, деревьев. Он ударник у нас, вот доска почета. То есть вот об этом рассказывать на самом деле надо. Не только об этом. Ну нет, я имею в виду, что местные СМИ должны брать людей, вот в принципе, чем мы занимаемся, вот, и рассказывать о них, чтобы люди знали, то есть живет такой человек. Он герой, с него он нужно герой. Брать пример. Да. Он герой, потому что он восстановился вот после травмы и идет к своей цели, занимается спортом, не бросает, он не лежит на диване. А вот я полностью с вами согласна, абсолютно точно. Поэтому, возможно, да, почему бы нет в библиотеках вот сделать такие уголки памяти не только ВОВ, но и современникам, да. Отличная идея. Ну, видите, это же еще не функция библиотеки. То есть то, что библиотека это делает, это она добровольно на себя взяла вот такую инициативу, и вы добровольно на себя взяли такую инициативу. То есть это же не ваша обязанность, это не обязанность библиотеки. Вообще это должно быть за краеведческими музеями. Но у нас люди, по-моему, вот даже те, кто нас слышит, напишите, пожалуйста, по-моему, люди даже, ну, вообще забыли, что такое есть. Когда вы последний раз были в краеведческом музее? Ну, это все давно абсолютно утрачено. И вот то, что сказал Андрей, это же супер важно. Рассказывать о конкретных людях, которые рядом с тобой. Даже если сам человек стесняется, вот как сказала Дарья, ну, нету такой культуры самому хвастаться о себе. Давайте мы расскажем со стороны о тех людях, которые этого заслуживают. И это тоже к зрителям «Голос Отечества» такое вот предложение, такой вопрос. Может быть, мы как-то можем своими силами наладить эту работу, восстанавливать память о нашей малой родине, о том конкретном месте, где мы живем, и о конкретно людях, которые были, например, связаны с нашими предками, про наших бабушек и дедушек, про тех друзей наших бабушек и дедушек, которые, может быть, погибли в Великую Отечественную, не оставили после себя никого, а вот некому об этом будет рассказать, и только вот за счет того, что их друзья продолжили жить, например, наши бабушки и дедушки, те люди, которые ваш дедушка вытащил из-под завалов. Вот кто расскажет об этих людях, если у них не осталось, например, детей, потомков? То есть это должны делать мы, ну, не то, что должны, но кто иначе возьмет на себя эту функцию? Вот представители проекта «Неизвестные герои» взяли на себя, и каждый из нас тоже может подумать о том, как это сделать. Если у кого-то есть идеи, то, пожалуйста, уважаемые зрители, напишите в комментариях, и мы со своей стороны, как «Голос Отечества», постараемся рассказать о таких людях, и уважаемые наши гости, может быть, тоже захотят рассказать о ком-то из таких людей. Может быть, мы таким способом поддержим историческую память и расскажем и о тех, кто сейчас рядом с нами, и кто заслуживает такого внимания. Скажите, пожалуйста, Андрей и Дарья, а сейчас существует ведь интернет? Может быть, мы интернет можем как-то использовать для этих целей? Ведь существуют региональные группы, группы районов, группы домов даже. Может быть, можно с такими группами наладить взаимодействие? Как вы считаете? Ведь они пишут всякую ерунду, по сути дела. Что произошло? ЧП и какой-то негатив. А могли бы писать вот такие вещи, которые вы рассказываете? Было бы здорово. Но зачастую эти группы тоже нацелены на то, чтобы привлечь к себе свою аудиторию. Ну, а у нас аудитория любит больше развлекательный какой-то контент, чем такой вот достаточно серьезный на самом деле. Ну, мы не теряем надежды. У нас, например, в нашем проекте есть человек, учитель истории, который создал музей про Великую Отечественную, ну, связано с Великой Отечественной. Грановский, по-моему, у него. Да. Такой герой Великой Отечественной войны. Вот. Вот он стал восстанавливать историю его и создал маленький музей непосредственно рядом со школой, ну, в помещении школы. Очень красивый музей. Он привлек туда детей, соответственно, дети со школы, там уже средняя школа, старшая школа приходят, ему помогают, приносят какие-то
экспонаты ему. Есть люди, которые узнают про этот музей, отдают свои какие-то вещи, ну, которые мне нужны, там, находят случайно, вот он рассказывали, говорит, что находят где-то на чердаке или еще где-то какие-то письма, старые военные, еще что-то приносят им в музей, а детки сидят и вот разбирают этот жуткий почерк, уже как бы еще и наполовину высохший, стертый, переписывают эти письма, сохраняют эту память. То есть как бы вот есть люди, которые действительно вот непосредственно так маленькими музеями. Есть человек в нашем также проекте Глотков Виктор Васильевич. Он вообще тоже у себя на участке создал свой музей, посвященный вообще истории. То есть там не именно Великой Отечественной, а вообще истории. То есть он собирает кучу экспонатов, у него очень много, пуги, всякие там машины, утюги, кирпичи, там флаги, что там только нет. Ну вот всю историю там, ну, наверное, за последние лет 100 точно вот у него создано, как что развивалось, какие были там, что есть сейчас, соответственно, там и награды, и тетради, и учебники. Очень интересный музей, который, по-моему, так и называется «Сохраним память». Это в Санкт-Петербурге? В Большой Жоре. И у него, соответственно, тоже, там очень часто к нему просятся как бы разные школы, что устройте нам экскурсию, поскольку это его частный музей, да. Он находится на его участке, соответственно, как бы он сам бывший пожарник, то, соответственно, как бы и по этой тематике у него тоже очень много всего, он проводит иногда как бы такие мероприятия, связанные с техника безопасности, пожарный, любой простой, и к нему тоже просят, покажите нашим деткам, а можно к вам прийти? Ну вот он иногда устраивает, пускает, ну вот он тоже сохраняет память в таком прям вот глобальном смысле, и память своей семьи сохраняет, и память истории вообще в целом, то есть вот собирает уникальные вещи, и по чуть-чуть вот он их там систематизирует. Замечательный на самом деле музей, мы там были, мы смотрели, ходишь, восхищаешься, каждую вещь хочется потрогать, посмотреть. Поэтому вот в нашем проекте такие люди, которые тоже сами сохраняют историю, а мы сохраняем память о них. Ну, получается, человеку пришлось в отсутствие какой-то, ну, более формализованной государством, да, или обществом альтернативы создать такой музей у себя дома, да, то есть это отсутствие, да, какой-то другой опции в настоящий момент. Ну, потому что мы, например, знаем, что многие музеи просто развалились. Их забрали, растащили, выкинули, уничтожили. И люди сейчас как бы собирают, восстанавливают сами своими силами. И мы, когда встречаем таких людей, мы, конечно, очень безумно рады. И мы понимаем, что все будет хорошо. Ну да, даже и нельзя обвинять людей в том, что утрачена какая-то память. Ну, конечно, есть отчасти вина людей, но ведь такие страшные потрясения были. Сперва Великая Отечественная война, где многие люди просто физически прекратили свою жизнь. Потом перестройка и развал Советского Союза. Многие документы были утрачены, да, в Великую Отечественную. Потом просто не было возможности это сохранять. Ну, что поделать, надо, наверное, приложить целенаправленные усилия к тому, чтобы это восстанавливать. Да. Сейчас в школе появляются такие уроки о важном, где детей воспитывают в духе патриотизма, где рассказывают им о традиционных ценностях, а исконно школы также были таким центром, где могли собирать и родителей детей, и какую-то важную информацию, и тоже это было такой социальным центром некого района или населенного пункта. Вот как вы считаете, если бы, например, школы пригласили вас рассказывать о таких людях, было бы это востребовано? Могли бы школы снова взять на себя такие функции? Было бы здорово, на самом деле. Да. Я думаю, что да, могли бы. Сейчас, на самом деле, в школах, насколько я знаю, потому что у нас есть дети, они учатся, и мы знаем, что, например, вот ко дню блокады, ко дню снятия блокады, ко дню прорыва блокады, в школах во многих даже приглашают вот еще ныне живущих блокадников, чтобы те рассказывали
остаются еще такие моменты. Не во всех, конечно, школах, но они есть, и вот стараются пригласить таких людей, которые рассказывают про блокаду непосредственно как бы переживших свидетелей. Все меньше и меньше, но такие вещи еще остаются. Но это все то, что касается Великой Отечественной. То, чтобы, конечно, пригласить вот тех героев, которые сейчас герои, которые вот живут, и такого как бы нет. Но было бы здорово, если бы такое вели, и на самом деле, если бы вот на этих уроках о важном бы приглашали таких людей, которые рассказывали про такое, это было бы очень здорово. И тем более, что это и есть живой пример для детей, ведь далеко не всегда ребенок может своей семье полностью научиться всему тому, что ему нужно. Это же и вопрос профориентации, как вы сказали, то есть это возможность посмотреть на старших взрослых, на которых ты хотел бы быть похож. И не на только тех, кого показывают в телевизоре, а на реальных людей, абсолютно живых. Ведь детям зачастую ставятся такие возвышенные идеалы, которые просто недостижимы и которые абсолютно оторваны от жизни. А вы показываете тех, вот, на кого возможно равняться, поскольку это люди, которые рядом с нами. Да. Как вы считаете, какое продолжение будет у вашего проекта, в какую сторону он будет двигаться дальше? И, может быть, у вас есть возможность как бы, да, озвучить это в нашем эфире. Может быть, вам нужна какая-то поддержка, какое-то взаимодействие с какими-либо государственными структурами, или люди могли бы как-то поддержать вас. Расскажите, пожалуйста. Ну, мы надеемся, что наш проект будет двигаться только вперед. Будет развиваться и становиться все более и более глобальным. Со временем мы, конечно, надеемся выйти за рамки даже нашего региона и рассказывать о людях не только Санкт-Петербурга, Ленинградской области, но и дальше. Вот. Ну, в первую очередь, нам, конечно, требуется информационная поддержка, и чтобы мы узнавали о тех людях, о которых стоит рассказать, и чтобы о нас рассказывали тоже. Ну, мы со своей стороны о вас рассказали, так что надеемся, что больше людей узнает о вас. Мы также готовы рассказать о каких-то из ваших героев тоже, чтобы о них люди узнавали больше. Ну и в завершение нашего эфира позвольте, пожалуйста, пару слов расскажите нам, пожалуйста, о организации, которая вас поддерживает, и пресс-службу, которую вы представляете, о «Здоровой стране». Что это за организация? Ну, буквально пару слов, пожалуйста. Это международная, да? Нет, межрегиональная общественная организация «Здоровая страна». Которая занимается здоровьем страны во всех ее проявлениях. То есть в части экологии, в части здоровья, в части образования, в части спорта. То есть все направления, которые можно, как бы она затрагивает и везде старается как бы пропагандировать здоровый образ жизни. Есть проекты с детками-инвалидами, которые сочетают вообще, как бы, вот, грубо говоря, три в одном. То есть это дети-инвалиды, это их выезд на природу, занятия с ними там подвижными играми, то есть спорт включает. И плюс еще экология, когда рассказывают про природу, проводят экскурсию, детка прямо вот вовлекают, вживую все это рассказывают. Разные спортивные мероприятия, соответственно, как бы проводятся, которые мы освещаем, ходим, рассказываем про них потом. То есть очень много всевозможных. Вот эти же ломоносовские чтения, которые тоже как бы поддерживают «Здоровая страна». Как бы, это какие-то научные конференции, это сотрудничество с другими регионами, как бы на почве как раз и экологии, и спорта, и истории той же самой, то есть сохранения и памяти вот о Великой Отечественной войне, о ветеранах. То есть это такая очень-очень большая глобальная работа, которая затрагивает очень много аспектов нашей жизни и полностью направлена на здоровье в прямом и в переносном смысле. То есть историю тоже не надо же искажать, и это тоже своеобразное здоровье. Поэтому, да, вот такая уникальная организация, и мы являемся ее членами.
Я так понимаю, что Нетишин Андрей Олегович – это руководитель пресс-службы, а Дарья Витальевна выполняет функции фотографа и корреспондента. Да. Ну что, друзья, уважаемые зрители, вот такие замечательные люди, инициативные, неравнодушные, активные. Были рады вам их представить. Спасибо вам за внимание. Ну, нам в комментариях написали уже, что проект ваш своевременный и нужный. То есть, ну, безусловно, трудно с этим не согласиться, потому что очень мало людей, которые рассказывают о хорошем, рассказывают о достойном, а не... Ну, не просто занимаются популизмом, то есть ищут какие-то скандалы, сенсации и то, что вызовет, ну, простите, но хайп. То есть, которые рассказывают о созидательных людях, о хороших людях, о тех людях, с которых нужно брать пример. И вот у нас в гостях сегодня были именно такие люди. Спасибо вам за вашу работу. Если вы хотите обратиться к нашей аудитории и что-либо сказать, то, пожалуйста. В первую очередь, спасибо всем. Вот. Да. А во вторую, фотографируйтесь, сохраняйте историческую память, приходите в наш проект. Да, приходите сами в наш проект, если вам есть что рассказать, приводите своих близких, родных, знакомых, может быть, дальних знакомых, приводите, обязательно расскажем, подписывайтесь на нас ВКонтакте, чтобы наш проект как можно больше о нем узнавало людей. Сейчас он как бы совсем маленький пока, несмотря на то, что ему уже пару лет почти, но все равно про него мало кто знает, мало кому это интересно, к сожалению. Даже наши друзья как бы все так, ну, скептически относятся к этому. Поэтому как бы мы пока еще очень маленькие, в этом плане мы начинающие, но информации у нас очень-очень много. Как бы и мы хотим ее множить, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, приходите, пишите нам, рассказывайте, про кого вы хотите, чтобы знали, и мы обязательно с вами свяжемся, приедем, поговорим, снимем и сделаем репортаж, возможно, даже фильм про кого-то из вас или ваших близких. Будем только благодарны такому взаимному сотрудничеству. Я так понимаю, что проект вы осуществляете именно своими силами, да, то есть вас двое, поэтому, разумеется, да, у вас не бесконечное количество возможностей. И давайте, пожалуйста, проговорим, у вас есть группа ВКонтакте, где размещена вся информация, к которой могут присоединиться наши зрители. А есть ли у вас сайт? Нет, сайта у нас пока нет. То есть это группа ВКонтакте. Она называется «Неизвестные герои», так что присоединяйтесь, пожалуйста, смотрите, и также вы можете предложить свою информацию, а вы, уважаемые гости, можете предлагать свою информацию «Голосу Отечества», и мы тоже будем стараться рассказывать о достойных, интересных людях. Спасибо вам большое. Вам спасибо.